Здравствуйте. Пожалуйста, напомните номер вашего заказа. Какого числа? Сегодня? А, вижу. Подростковая красная. Да, упаковываю, и в течение часа будет у вас. До свидания. Можешь мерить сейчас, а можешь позже. Тебе помочь собраться? Привет. Ты что оденешь? Джинсы и майку. Какую лучше? Розовую или бирюзовую? Ты пригласительно внимательно читала? Ну и где празднуем? Прочитала? В джинсах в такие места не ходят. Я что-нибудь придумаю. Я тебе перезвоню. В чем? Не знаю. В джинсах. А что? Как нельзя? Ну тогда в платье. В черном или в синем? Сейчас у Саши спрошу, в чем она, чтобы не пересекались. Я в курсе. Я уже все подготовила. А ну покажи. Вот такое. Окей, тогда я в синем. Саша в белом, Настя в синем. А ты в каком? Покажи. Я еще не распечатывала. Успею. Никогда не думала, что вот так однажды получится. Маме позвони, она скажет, что делать. Мама с папой в Таиланде. Я с бабушкой. Бабушка спит. А смысл ее будить? Деньги все равно в Таиланде. А в мои платья ты не влезешь. Может, в Настины или в Сашины. Вот спасибо. Я бы, конечно, тебе дала бы то розовое. Или то с бабочками. Но мама же не разрешит. У нас и так 3 платья пропало. Я дала кому-то. А кому? Не помню. Тогда я не пойду. Я тогда тоже не пойду, я буду с тобой. Дай ей свое черное. Я не хочу черное. Давай померяем. А то я очень хочу пойти, а не дома сидеть. Так сильно? Издеваешься? Классное платье. На этот раз сойдет. Я не хочу в этом. Соглашайся. Ты в нем как Дженнифер Лоуренс. Спокойно. Попей и успокойся. Я в нем не пойду. Это мое платье. У меня их всего 2. Могла просто сказать, что оно тебе не нравится. Я приехала. Папа дал микроавтобус. Можете выходить, нас ждут. Две минуты, я готова. Такое я бы одела. Джинсы как джинсы. Иди так.
этом? Кошмар. А я, значит, должна была в таком пойти. Мне, значит, без разницы. Это не то, что я в магазине выбрала. Да классное платье. Ты прям леди. Мам, не то платье привезли. Как это, ну и что? Мам, я не могу в таком пойти. Почему? Я же другое выбирала. Мам! Мам! Леди, давайте в темпе, нам дядю Костю отпускать надо. Я позвоню в магазин, пусть платья меняют. До дня рождения еще 2 часа. А магазин в 2 кварталах. Успеем. Как не то платье? А какой номер заказа? А какое должно быть? Хорошо, я лично исправлю ошибку. Куда доставить? Через 10 минут у меня будет платье. Ты его испортила? Ты и в порядок приводи. Или это заберу себе, оно такое же. Это нельзя, за ним сейчас придут. Оно тут по ошибке. По ошибке, не по ошибке. Не морочьте мне голову. Или это платье отдавать, или мое стираете. Мне нужно чистое платье. Если дядя Костя вовремя не вернется в офис, папа его будет ругать. Кто готов? Поехали! Мне нужно чистое платье! У тебя же есть одно. Здрасте, я платье принес. А вы девочку не видели? Она только что вниз спускалась. Спускалась? У нее ключ! Я из магазина, доставка платья. Ключ от квартиры у Насти. Девочку, которую вы на лестнице встретили. Можете у нее ключ забрать. Здрасте, я к вам от 19-й квартиры. Отдайте ключ, пожалуйста. Передайте им, что ключ получит в обмен на платье. Кто там? Ваш заказ будет ждать вас в магазине. Приходите в любое время до 20:00. Нет, подождите, подождите! Давайте через балкон. Веревку спустим. А как мы потом дверь откроем? Есть идея. Получилось. Звоним Саше. Она у Насти ключ заберет и нас откроет. Хорошо, хорошо. Я заберу. Сейчас все будет. А я пока пойду переоденусь. Вам хорошо.
А я, наверное, никуда не пойду. Дома посижу. Будут еще другие дни рождения. Я в прошлый раз тоже не ходила, дома сидела. У тебя же ветрянка была. Не в этом дело. Я же прекрасно понимала, что это не конец света. Во всем надо искать позитивные стороны. Ты отличница, в олимпиадах побеждаешь. Моя мама тебя в пример ставит. Давай, давай, утешай. Ты же там повеселишься. Оно на меня маленькое. Он размер перепутал. Платье на меня маленькое. Которое я принес. А какое надо? Я готова. Можем идти. А что это у тебя в руке? Ты знаешь, они тебя подослали. Отдай ключ, пожалуйста, а то мы все опоздаем. Надеюсь, они тебе все по порядку объяснили. Ты вообще чья больше подруга, моя или их? И почему ты на их стороне? Я не на чьей стороне, я за то, чтобы мы на день рождения не опоздали. Между прочим, мое платье испортили. Поэтому я никому ничего не отдам. А мне на четвертый. А мне на первый. А мне на четвертый. А мне на первый. Четвертый. А мне на первый. Четвертый. Первый. Это я. Открывай. Ключ у Насти. Настя в лифте. Лифт застрял. Все, я звоню дяде Косте. Мам, нас Настя в квартире заперла. Мы не балуемся. Мы и платье испортили. Случайно. Ну, или почти случайно. Запасной ключ? Где? Не отвечает. Наверное, в магазин отошел. Нет его там. Отдала? А во сколько ты будешь? 8? 8 закончится день рождения. Пока, мам, до вечера. Ну что, накаталась? Как обычно. А я, между прочим, никогда не застревала. Вот если ключ отдашь, я перезапущу лифт и выпущу вас. Ключ отдам в обмен на свое чистое платье. Представляете, они мое платье померили, некрасивым обозвали, соком облили, а ругать мама меня будет. Мне заказ отнести надо. У вас стиральной машины нет? Постираю я вам платье, только отпустите. Точно постираете? Странно, что платье из магазина до сих пор не привезли. Выбираться отсюда надо. Через балкон. У дяди Костя терпение не железное. А вы в курсе, что вы собираетесь спускаться аж с 7-го этажа? А ты в курсе, что ты с нами? Мы тебя здесь не бросим. И как вы меня заставите? Мама с работы придет, а тут ты. Кого она первая ругать будет? А мне уже все равно. Я лезу первой, ты вторая, а ты третья. Пожалуйста, побыстрее. Мы на день рождения опаздываем.
где все? Не знаю, что у вас тут творится. Я новое платье оставляю, старое забираю и больше к вам не приду. И стирать ничего не буду. Я готова. Ну что, мы еще не опоздали? Еще полчаса, успеем. А Юля? А у нее платья нет. Я ей свое давала, а она не захотела. Ну нет, так нет. Поехали. Юля, выходи! Выходи, не обижайся! У нас есть идея! Хорошая! Да точно, хорошая, выходи! Некоторые люди уверены, что мир крутится только вокруг них. И они злятся, кричат, ругаются, пока не поймут, что они не правы. А если делать что-то для другого, для друга, то это заставит мир кружиться так, что он обязательно докружится до тебя. Вот как. Только так.